наши дни криптоиндустрия является очень развитой, и способов заработка на биткоине и других цифровых активах существует очень много. А самое главное, что почти все эти способы заработка можно использовать на одной платформе, не создавая себе множество кошельков и аккаунтов. И, наверное, лучшей платформой для заработка на криптовалюте является Binance. Изначально она зародилась как криптовалютная биржа, но сейчас на ней можно зарабатывать не только при помощи трейдинга криптовалют, но также и торговать контрактами, заниматься стейкингом, майнингом, лизингом, а также получать доход от реферальной программы. Начать, думаю, стоит с регистрации. В описании вы найдете ссылку на создание аккаунта на бирже Binance. Лучше пользоваться именно моей ссылкой, потому что тогда вы точно не наткнетесь на фишинговый сайт. А также, поскольку моя ссылка является реферальной, вы с ее помощью сможете получить дополнительную скидку на торговые комиссии. Для регистрации на бирже нужно только указать ваш email или телефон, подтвердить его, а затем придумать пароль. После регистрации надо обязательно перейти в настройки и по максимуму обезопасить ваш аккаунт, включив двухфакторную авторизацию, белый список адресов и антифишинговый код. После этого можно переходить к пополнению баланса, потому что большинство способов заработка на криптовалюте требует определенных вложений. На Binance вы можете как купить криптовалюту напрямую с банковской карты за рубли, так и воспользоваться P2P-платформой, где множество различных продавцов покупают и продают криптовалюту за фиат с помощью множества различных способов. И, кстати, P2P-торговля является одним из довольно простых способов заработка, потому что вам не нужно разбираться с графиками, ордерами и так далее. Вы просто можете спекулировать на ценах крипты, покупая ее подешевле и тут же продавая подороже, например, за другой способ оплаты. Binance будет особенно актуальна в этом плане, потому что на ней P2P-торговля осуществляется без комиссии. Если вы хотите заниматься более серьезным заработком, то можете переходить к трейдингу криптовалюты. На Binance есть как режим простой спотовой торговли, так и маржинальная торговля и фьючерсная. Спотовая торговля является самым простым вариантом трейдинга. Вы просто выставляете ордер на покупку крипто по одной цене, например, покупаете биткоины за USDT по цене в 15 тысяч долларов, а после этого ставите ордер на продажу по более высокой цене, например, за 15 500 долларов. Из этого и будет формироваться ваша прибыль. Правда, многое тут зависит от грамотной аналитики в вашей торговой стратегии, так что перед трейдингом стоит обязательно изучить материальную часть. Еще больше можно заработать, торгуя криптовалютами или фьючерсами с кредитным плечом. Однако такой способ заработка является куда более рискованным, ведь тут вы можете лишиться всего вашего баланса за одну неудачную сделку. Хотя, с другой стороны, при торговле фьючерсами вы защищены от падения цен, потому что такой вид торговли позволяет зарабатывать на любых движениях цены. Помимо трейдинга на Binance, имеется также и несколько вариантов пассивного заработка, при которых вы просто вкладываете свою криптовалюту и получаете прибыль. Например, в модуле Binance Earn вы можете совершать депозиты для обеспечения других людей займами, давать криптовалюты в стейкинг или получать прибыль от обеспечения ликвидности в пулах децентрализованных бирж. Тут все реализовано максимально просто. Есть варианты как с фиксированным, так и с плавающим процентом. И прибыль от разных способов заработка является разной, примерно от 1 до 25% в год. Просто выбираете то, что вам больше подходит, и инвестируете монеты. Еще один способ заработка на Binance – это майнинг. Вы можете добывать, подтверждать криптовалютные транзакции биткоина или эфириума в объединении с другими майнерами. Однако для этого вам потребуется мощное оборудование, навыки его настройки и большие объемы электроэнергии, поэтому данный способ заработка мне кажется не очень подходящим для новичков. То же касается и участия в IEO на платформе Binance Launchpad. Данный способ может принести как быструю и высокую прибыль, так и убытки, поэтому вам лучше самостоятельно разобраться с ним и решить, подходит ли он для вас. Ну и напоследок хотелось бы рассказать о еще одном источнике пассивного дохода на бирже Binance, который, в отличие от многих других, не потребует от вас даже никаких вложений. Речь идет о реферальной программе. На Binance, как мне кажется, заниматься привлечением рефералов очень легко, потому что биржа выделяет на стандартные партнерские отчисления 20% от суммы уплаченных рефералам комиссий, но при этом вы сами можете распределять этот процент. Например, вы можете забирать все 20%, а можете брать себе, например, половину, и тогда ваш реферал получит 10% скидки на комиссии. Согласитесь, с таким бонусом приглашать людей создавать аккаунт по вашей ссылке гораздо легче. Собственно, и мою реферальную ссылку со скидкой на торговые комиссии вы найдете в описании под данным видео. Поэтому создавайте аккаунт на бирже Binance и начинайте свой заработок на криптовалютах.